регулируем положение колеса оси с помощью вот этих винтов. Вот, заехал в сервис и вот смотрим. Сейчас попробуем выровнять колесо. Короче, вот этим винтом регулируем движение вот этой планки, вот эту гайку надо освободить. Вот как он ремешок гуляет. Прям видно, как он гуляет здесь. Вот все прикручено. Короче, когда они не прикручены, они явно... Там взялся бам-бум, такой звук бум. Ну, а чтобы это выровнять, я даже не знаю. Бля, здесь может опыт кривой, понимаешь? Качену увезти на станок и быстро станок. Где его? Кривил он, да? О, ёпт. Это надо это, везти на волоколамку. А, на волоколамку, где гвоздь? Да. Да, они прокатают. Серьезно? Нет, что же прокатают? Это не катают нас. Катают? Давай. Касаются. Спецованные. Они прямо выводят вот этой хуйней, там спец сидит. Он... Мототрелосцы. Но здесь, блядь, смотри, тормозной диск тоже, может, ступица кривая, блядь. Ты посмотри на ступицу. Смотри. Да. Видишь ступицу? Ну-ка. О, да. Да, да. Да. Вы пойми, тут все кривое. Вот она даже вон внутри ось. Внутри ось. Видишь, смотри, там, кодером ходит. Видишь? Вон, прямо. Да, вон, видишь там, блядь? А-а-а. Да вижу, вижу он туда-сюда. Вот она вся кривая, даже здесь видно, Серёг, смотри. А прыгали на нем? Ну да. Да, да, ой, 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 ой. Не по центру отфрезерованы посадочные подшипники и все. По отношению ко всей ступице. Да все, туши. А это типа нужно подшипники? Нет, нет, ступица криво. Ступица отфрезерована криво. Ну, то есть, есть тут круглое, да, а они отрезают под смещение. Смещено, я понял. Вот и все. Это получается, что, надо тогда центральную часть распицевать и поменять? Распицевать и поменять ступицу, скорее всего. Ну, блин, тогда надо будет ее уже искать какой-то так. Геморрой. Или заказывать у токаря, скорее всего. Это будет дорого, пиздец. У вас как мотоцикл, наверное, стоит больше. Ремонт колеса. Токарь и хороший, я не знаю, сколько возьмет. Короче, собрать его мотоцикл полностью заново. Да, да, да. Давай, закручиваем. Ну что, закручиваем? Да закручиваем, куда деваться-то? Ну да, не такой, ну, звук, видишь, от чего был все. Мне кажется, что это колесо у вас просто ебало, мой коллег. Да просто можно на камеру сказать, Китай говно. Все. Давай, ты будешь у нас звездой. Китай говно. Ютуба, ТикТока, что там. Так, подожди, я закручу. Это и продажи этих мотоциклов сразу упадут просто по всему миру. Нет, на самом деле... А что у нас с музыкой-то, ёлки? Интернет подвисает. Так, подожди, куда закручивать? Ты с ума сошел? Я уже устал. Не, это, ребята, если что, я в сервис приехал. Видите, я тут не знаю, откуда гайки закручивать. Это я с рулом просто. Ну все, готово. А ремень не перетянул? Я его вообще не натягивал. Слушай, блядь, я его ослабил. А он перетянут, Жор. Я на миллиметр его убрал. Да? Это очень туго, Жор. Что ты ко мне пристал-то? Ну что, нет, если слишком туго, надо ослабить тогда. Ну я бы сказал, что это туговато, братан. Он так и был. А у него риск нет? Ну почему, они же на этом самом, вот на маятнике там показывают, типа, куда двигать. Где? Ну вот эти, вот. Да нет, это понятно. Жор, ну, по-моему, это туго. Может, кстати, действительно чуть ослабить его, вот, вот это. А, кстати, да. Слетит? Ну, какой. Я еще, то есть, я когда его не трогал, я посмотрел, он такой... Но он вроде должен поворачиваться, то ремень так вот на 90 градусов, и вроде и это норм считается. Ну это Харлиевский должен поворачиваться. Да, Харлиевский вот такой вот шкип, блядь. Ну у меня тоже в некотором смысле хурлей китайский. Или хотя бы вот так повернуть, блядь. Да это, по-моему, это чего ремень-то? От погрузки, что ли? Харлея? Харлея. Нет, а я о таком ремне только мечтать могу здесь. Это, конечно, совсем. Это еще маленький, есть вот такие. Да. Как же не знаешь, можешь, хочешь, а могу ослабить.
Ну, на самом деле, вот когда мы поставили, я ее потрогал. Она примерно так же и была. Я как раз тоже потрогал. Ну, норма это будет. Норма. Он не будет есть его шкив? Я понятия не имею. Я же тебе говорю. Шкив, я хер узнаю. Нет, ну вроде не должен есть его. Так, посмотреть. Во всяком случае, он сейчас не трется хотя бы. Ну да, я-то думал, что он бортиком будет тереться о край шкива, и он его будет подпиливать. Сейчас не трется. Хотя тут не видно, что будет. Ладно, я такой думаю, надо взять тайм-аут и покататься на нем, посмотреть, что будет. Ну да. Как впечатление от агрегата? Колеса прямые, как шашка в ротуре. Да ну, а что делать? Это такой мотоцикл. А сколько он едет? Сотку? 105 я на нем по спидометру выжимал. Не рискнул кривым. Не, я вообще летел счастливый по трассе сейчас так. Где у него там нейтраль? Нейтраль. Так, вот. Подожди, Паш, держи. Зато сиденье как на наймчике. Да, очень хорошо. Ну, хоть что-то хорошее же должно быть. Вот. Держи. Сейчас. Давай. И весит всего 100 килограмм. В принципе, без батареи 80 можно домой затащить, хранить дома. Батарея. И не воняет, кстати. Покатай сейчас, работает? Рециркуляция будет. Работает. Мягкая? Слушай, но в нем и вес, Жор, и под тебя же сделан. Не, ну можно будет там как-то, если надо будет поменять ее. Да. Тормоза запрыгнуть. Все? Ой, блядь, как супер болтается. Почему болтается? Только пока еще раз качни сзади. Не, назад вперед. Блядь, а где он? Слушай, подожди. Он на чем держится? А я хуй знаю. А, вон у него там штырь торчит просто. Он вон на этой посадке долбится по штырю. Угу. Ну, еще один косяк нашли. Видишь, как бы. Супер. Да, ну он, видишь, он вперед-назад. Не, ну когда тормозит супер, то он вперед все равно идет, понимаешь? Если бы он снизу был, он мог бы крутануться и ударить по вилке, видишь? Ну, слышишь, он даже стучит. Угу. Вот там просто... Там демпфер, если бы был ремчик, да? Ну, можно будет в будущем. Жор, тебе такое надо. Тебе надо прям такой, Жор. Это всегда ободряет, когда мастер говорит, передний вроде работает, и про тормоз. Я вообще приехал сюда, честно говоря, полной надежды, а уехал. Уезжать боюсь вообще, честно говоря. Уже... Зачем ты меня сюда? А ты что, содрал букву? Незнание законов физики, блин, освобождает от их ответственности. А теперь я все знаю, что с ним, и теперь страшно ехать. Что? Да я содрал, потому что не хочу. Не, ну, это вот к тебе салфетки придем, возьмем. Вот. За твой счет все помоем. Да. Ладно. Спасибо за посильную помощь. Я надеюсь, до встречи, а не прощайте. Поэтому, блин, мне страшно, честно говоря. Твое мнение. Как тут корлей. Вот не надо, не надо, не надо, не надо. Чем есть, не будет. А, да. Там мотор-колесо, и хуже, я чем его крутил, а он будет. Ладно, попрощайся со зрителями. Короче, до новых встреч, Сестей. Всем пока. Мецелевалешмехали, валешмехалевалевале. Вот что тебе надо, папарацци?